ключ. Папа, папа, иди сюда. Что случилось? Камера не работает, вот. А ты все правильно подключил? Да, я все пробовал, перезагружал. Камеру компьютер не видит. Ты инструкцию читал? Зачем? Не нужно. Камера вообще не работает. Нужно в магазин обратно сдать. Ты как мартышка и очки. Я мартышка? Успокойся, не злись. Это басня такая. Я тебе расскажу. Басня «Мартышка и очки» написал Иван Андреевич Крылов. Мартышка к старости слаба глазами стала, а у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки. Лишь стоит завести очки. Очков с полдюжины себе она достала. Вертит очками так и сяк, то к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. «Тьфу, пропасть!» — говорит она. И тот дурак, кто слушает людских всех враг. Все про очки лишь мне налгали. А проку на волос нет в них. Мартышка тут с досады и с печали, а камень так хватило их, что только брызги засверкали. К несчастью, то ж бывает у людей. Как не полезна вещь, цены не зная ей, невежда про нее свой толк все к худу клонит. А ежели невежда познатней, так он ее еще и гонит. Мартышка глупая. Я также себя вел. Похоже, только у мартышки не было инструкции. Понял. У меня есть. Сейчас разберусь.